Мурманский областной онкологический диспансер. Мы подвели итоги только за 9 месяцев, совсем недавно. Успехи есть, как говорится. Мы по выявлению злокачественного образования периода второй стадии вышли за 61%. Хотя мы знаем, что программы национальным проектом эта цифра должна быть через 5 лет уже 63%. Но с нарастающим эффектом мы идем к этой цифре. Вот. При этом смертность от злокачественных новообразований на 100 тысяч населения 185 должна быть конечной целью. Мы уже достигали в 2016 году и в 2017 у нас были приблизительно такие же результаты. К сожалению, в этом году она превышает у нас 206%. Но это временное явление, колебания определенные есть. Мы проанализировали работу, скоррегировали ее и надеемся, что к концу года все-таки мы получим результат ниже 200 на 100 тысяч населения. Основная проблема, конечно, понимаем, это всегда кадровый вопрос. Для осуществления программы онкологической, которая национальным проектом предусмотрена, нужно 5600 онкологов. Мы это, конечно, понимаем, и в области сделаем все, чтобы подготовить онкологов, могли работать и на современном оборудовании, и с современными лекарственными препаратами. Ну и, соответственно, знали принципы реабилитации. На сегодняшний момент у нас неплохо работает это региональный канцер-регистр. Мы четко знаем, сколько пациентов на нашей территории с онкологическими заболеваниями, четко знаем верификацию гистологическую. Процент у нас очень высокий, значительно выше, чем по Российской Федерации, достигая 96%. Ну, то есть задача нам понятна. Вот. И большие надежды, конечно, делаем, что доступность помощи приблизит ее к населению. Это НАЦООПы, то есть Центры амбулаторной онкологической помощи. В этом сейчас направлении и работаем. По ассоциации, конечно, нужно сказать огромное спасибо. Нашим коллегам всегда держат руку на пульсе, знают наши проблемы, выезжают в регионы, подсказывают нам, какие наиболее значимые нужно и первоочередные задачи. Сейчас ведется программа, это по мамоскринингу. Алексей Михайлович, у нас директор, был национального онкологического центра имени Николая Николаевича Петрова, был у нас. Заключено соглашение между центром и губернатором Мурманской области Мариной Васильевной Ковтун. Работаем в этом направлении. Ну и плюс современные другие скрининговые программы разворачиваем для наиболее раннего выявления злокачественного образования. Вы знаете, ассоциация в первую очередь должна, конечно, юридическую поддержку, потому что сейчас очень сложные вопросы иногда возникают со страховыми компаниями. Вот. Здесь юридическая поддержка ассоциации просто необходима. Второй вопрос, то, что, как говорится, перспективы развития и по региону они выслеживаются. Здесь нам и методическую, и консультативную помощь, и подготовки кадров. Вот эта ассоциация должна работать. Она и сейчас работает, так что на перспективу, я думаю, что только плодотворная работа и не снижать темпов, и мы добьемся поставленных задач. Уважаемые члены и президиумы Ассоциации онкологов Северо-Запада, я обращаюсь к вам с пожеланиями дальнейшей плодотворной работы, не снижать темпы, чтобы мы выполнили наказы главы нашего государства, президента Владимира Владимировича Путина.